Достин, как ты думаешь, ты уверенный в себе человек? Думаю, да. На самом деле, чувство уверенности – очень важное качество для мужчин, потому что женщинам нравятся уверенные в себе мужчины. Ну, знаешь, Махпал, есть и очень-очень красивые девушки, но не уверенные в себе. И интересно, как же стать увереннее на этот вопрос, я думаю, нам ответит наш психолог Карлгаш Колдасова. Карлгаш, доброе утро. Доброе утро, Махпал, доброе утро, Достен. Как же стать уверенным в себе человеком и начать в себя верить? Ну, прежде чем сказать, как стать, я думаю, нужно сказать, откуда берется неуверенность? Откуда берется неуверенность? Скорее всего, это все-таки растет из детства, из окружения, особенно первоначально семьи. И мы говорили тут о детях, что нужно все-таки их способности поддерживать. Тем не менее, я хочу сказать, что, конечно, нужно минимизировать критику и оценку. Тогда у ребенка самооценка растет такое, в адекватном состоянии. И ребенок растет в гармонии с миром и понимает, что он часть мира уникальная, такой особенный, и с этим вырастает уже в личность. Интересно, а на это могут повлиять гены, допустим, характер родителей? Я думаю, что это меньше всего. Меньше всего? Это меньше всего, потому что все-таки самооценку всегда формирует, конечно же, окружение. И уже во взрослой части жизни, конечно же, ваш опыт. Потому что когда у вас что-то получается, вы уже становитесь более уверены и знаете, что у вас в опыте есть то, что у вас что-то получается. Вы в этом уверены. И чем больше навыков вы приобретаете, тем больше уверенности прибавляется в жизни. Как ребенок сформируется в лет 16, таким он будет всю жизнь? Нет, он не будет таким всю жизнь. Он, конечно, значит, можно же измениться? Да, можно измениться. И есть для этого люди уже, которые подходят к нам, приходят на тренинги ассертивности по приобретению уверенности. Но я хочу сказать, что уверенность – это состояние эмоциональное. И поэтому, конечно же, вы сегодня вечером можете быть очень уверены, а завтра совершенно не уверены. И это тоже нормально, и это хорошо, потому что, ну, такова эмоциональная жизнь человека. Ну, если мы сейчас говорим о ребенке, правильно? Но если уж так получилось, что в детстве ребенку занизили самооценку или как-то его принижали, его достоинство, я не знаю, что делать взрослому человеку во взрослой жизни уже? Как бороться? Что вы советуете уже сформировавшимся взрослым личностям, чтобы приобрести в себе эту уверенность? Чтобы сломать самого себя. Я думаю, что это для начала заняться тем любимым делом, которое будет приносить свои плоды и результаты. А, конечно, можно говорить что-нибудь из позитивной психологии, когда нужно говорить аффирмации перед зеркалом, я уверен. Это тоже помогает, но я считаю, что это помогает только в том случае, когда вы глубоко в это верите. И если вы с утра стоите и говорите себе хорошие, приятные слова, позитивные, то со временем вы начинаете уже чувствовать себя ровно так же. Со временем, да. А вообще сколько времени нужно, чтобы стать уверенным? Я думаю, что на самом деле это зависит очень индивидуально, да, и от желания человека. Желание человека быть уверенным. В вашей практике сколько это будет? В моей практике бывает, если я делаю тренинги для ассертивности, то бывает, что и 3 дней хватает, но потом мы поддерживаем где-то месяц. И уже обычно я уже выпускаю, знаю, что человек уже не вернется ко мне с этой проблемой точно. Спасибо большое, Карлыгаш, за такие интересные советы. И я думаю, что наши телезрители ни в коем случае не страдают от недостатка уверенности. Оставайтесь с нами, друзья. Спасибо.